воскресенье в Самарской области облачно, местами пройдет дождь, температура воздуха днем 13-15 с плюсом, ночью 4-6 выше 0. Ветер северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облака и дождь, днем плюс 14, ночью 6 выше 0, северо-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 14, ночью плюс 5, северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно, днем плюс 15, ночью плюс 6, западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 35%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.